С сегодняшнего дня, ровно за месяц до открытия Олимпиады, в Сочи введен особый режим и система контроля доступа на все олимпийские объекты. Подразделения МЧС России, задействованные в обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр, заступили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков. У нас с вами впереди зимняя Олимпиада в Сочи. Все подразделения МЧС России, которые обеспечивают безопасность участников и гостей Олимпиады, заступают на боевое дежурство. Мы прикрываем все объекты. Задействована система космического мониторинга, наблюдения, лабораторного контроля. Работает группировка сил как на территории Краснодарского края, так и по плану взаимодействия на всех прилегающих территориях. Сегодня же в Олимпийском парке Сочи открыл свои двери главный медиа-центр, где смогут работать 2000 журналистов. Общая площадь центра в 7 раз больше, чем Красная площадь Московского Кремля. Помимо рабочих мест, там также предусмотрены 4 зала для проведения пресс-конференций. Они будут вестись на 7 языках.